Ребят, вышел небольшой косяк со звуком. Мы старались пофиксить как могли, но получилось как получилось. Так что всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Hockey Brothers! Всем привет! Мы собрали нашу банду, и сегодня мы будем биться на стрижечку. Мы уже пробовали этот угроз, мы решили приплести это в хоккей. Но самое главное, мы будем бить булиты с рандомайзером. То есть телефон сам задает, куда бить, как вы видите. Почему он не меняет, но это ничего страшного. Задание, бьешь туда булит. Нажимаешь на кнопку, тебе выпадает задание, ты должен выполнить, забить его. Если забил, играешь дальше. Забил булит. Ребят, вот пацаны здесь, они хотят 10 тысяч подписчиков на нашем канале. И у нас будет, потому что сплочение. И мы это ждем. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на канал. И мы для вас что-нибудь приятное разыграем. Давайте придумаем. Вот кто хочет какой-нибудь розыгрыш придумать? Клавиатуру игровую. Клавиатуру игровую? Да без проблем. О, кстати, а давайте что написать Глебу Бекеру на майке, поскольку у всех пацанов уже есть имя, а у Глеба нету майки игровой, что ему написать? А этот человек получает игровую клавиатуру. Топовую, да. Я прям вижу, как пишет комментарий. Он, кстати, на Доме 2 был. Сейчас будешь ставочки делать, что он в Доме 2 был. Хорошо. Самое главное стоит 1000 лайков под этим видео. Ну ладно, давай сделаем скидку. Давай 900. 900 лайков под этим видео. 99. Как пошли рады. Ты готов? Давай. Я всегда запускай. Готов. Запускай. Два лайка, Кордеев, и погнали! Итак, в каждом круге выбивают по одному. Корни первый, жмы. Да, ты же оттуда большой. По классике, это же какой-то прикол, что они везде первый начинают. Безумный можно быть первым. А где 3 часа? Ой. Отвал башки! Да было! Было, конечно! Мне кажется, Джонни сам в шоке. Корней не хочет засчитывать свой булит. А так можно? И что, коснулся? Конечно, а на булите продать, что, думаешь, нельзя коснуться? Если хочешь, ты сам перебивать такой. Он подтолкнул ее после касания. Вот там повтор, давайте посмотрим повтор. Ой, все решится на повторе. Получается, не считается, да? Ну, по хоккейным правилам. Я же не хоккеист, я мне откуда знать правила. Давай, Гриш, нажми. Правый тихо, не кричи, там подальше щиточки. Ну, на щиточки читаются. Спасибо, спрашивал, как у нас новый, возможно, защитничек в нашей команде. Мы сейчас его осматриваем второй выпуск уже. Как тебе его минус первый? Неплохо. Сейчас посмотрим, блин. Смотри, что делать. Как кто делает правый нижний угол? Это был угол, это не был угол. Это был низ вообще? Нет, он значит помог. Это нормально. Угол был открыт, не попал, просто не попал. Давай я. Неудобный в очко. Неудобный в очко. Слушай, ну это посложнее, чем у меня. Нет, это нормальная тема. А вот. Нормально, было хорошо. Ну, было рядом, вы сами видели. Ну, Ваня, блин, очко кроет у меня лично. Давай, кто следующий? Я. Жми. Ну, копыч, нет. Жмэкай. Очко. Пробить булит голым. Бачко. Бачко. Я вот сейчас сделать коронку. Я верю в Копыча очень сильно, на самом деле. Он прибавляет с каждым днем. Корней, что скажешь? А, у нас же Копыч. Я не буду стричь. А вдруг забьет. У него в очко просто, смотри, он сейчас забьет. Что с панты? Не хотел бы. Но если бы на не очко, то приятно, я бы забил. Севушка. Сейчас, знаешь, правый нижний. Эй, вылетаешь и отдыхаешь, можешь не забивать? Севу сейчас шайбы и ворота просто заедут. На самом деле, я очень хочу, чтобы не было. No goal. Конечно, я от Севы научился ловить. Сева! Правый нижний. Опять правый нижний. А мне сейчас сальто выходит. Не хочу стричься. Не забей, пожалуйста. Что это было за бросать такой? Доминиканский тип. Под пиво. Доминиканский под пиво. Давай, корней! Просто пойду. Ну, даже следующего вода. А типа можно. Да не, ну можно же типа брода я обвести.
по льду. По льду, чужой. О. Я тоже не намажу, следующий буду ловить, так и не в левую девятку. Чего вы не можете? Начнем забивать сейчас в левую девятку. Сомневаемся, так это в нашем тренере. В Всеволод Крамарюк. Да, дорогой? Нормально попал, да? Мне сумму понравилось. Ну, знаешь, хотя бы что-то. Да хотя бы что-то забили. Нормально. Сектор шанс на барабане у корня. Он штангу сломал. Фига себе. Продолжаем играться. Я думаю, здесь все понятно. У него с колен, у него с колен. Ну что ты? Гол, гол! Это гол! Все вы там курите, да, дорогой? Да, блин, я бы на самом деле еще поиграл. Потому что это классный шанс. Но надеюсь, что-то должно сейчас взлететь. Я сам. Свободный как хочешь, вот, свободный как хочешь. Ну, а, если я сейчас есть. Это не забью, то я не знаю. Ну, можешь домой идти сразу. Закат, конечно, у него максимально странный. Опа! А вот, был! Долговорный. Я задеваю, ты потом. Слушай, у меня был свободный, я его... Ну ничего, я ему помогу следующий забить. Я ему помогу, обещаю. Это жесть! Сынок! Ты как? Нормально! Ты как? Нормально! Самое главное задание. А что с заданием-то хоть было? А что с заданием-то было? Это ты с перебираний. Это ты хопушек. Я клюшку поменял, ту сломал. Все нормально. На самом деле сильно ударился, но сойдет. Ебать! Настрой, да? Это ты знаешь, когда типа тихонько летишь и вот так... И у тебя взрыв такой. Я на волоске от покраситься или побриться. Давай. Корней. Сказал тоже, корней сейчас забьет. Ну, зато он должен, он должен. Он должен, он должен. Ёлки. Жёст поем. Блядь! Ебучая, сука! Он очень разозлился. Он грызок. Дайте я вам покажу просто, чтобы вы понимали, что, если вы думаете, что это все шутки, вот моя клюшка, вот злой Корней. И ну нафиг это все. Если вы думаете, что это все шутки, бля, жестко. Граунинг. Помощь, давай. Чё, граунинг. Блин, я такое празднование придумал. Вы обалди. Я верю в Копыча. Давай, дорогой. Мне запашку обидно. Говорили то, что он в раздевалке по воротам по маленьким подал и сказал, в игре не забьёшь ничего. Фига! Копыч! Я тебе за попытку просто вот так! Поставьте Копычу, он прибавляет с каждым днем. Поставьте за Копыча лайк, а дай, да, пожалуйста, да, просто! Я не без... Ну я такой забил, Захар, да, ты видел? Давай! Щелчок, часов, давай! В голову! Опять Корней? Сектор шанс на парафоне! А чё вы? Эй, а мне что-то осталось тут немного. Сахар, ты где? По идее, он был сюда. Получается, я. Ага. Получается, так? Давай. Чучки, это моя стихия. Я из дома. Копыч, копыч! Ты про отлегло? Это было близко. Отлегло? А почему по центру? Что такое? Почему так происходит? А у него задание было приехать и в кузу мне засадить. Что они там делают? Я не знаю, что они хотят. Сломал, сломал! Давайте, Захар, подведи черту. Дочку. Че у него?
Мистер Копыч, дорогой! Мистер Копыч, пока! Иди в ворота! Красивую прическу сделаем, мы не будем дебильную, ты правда старался. Самую дебильную. Мы сделаем тебе вот такую ракету и покрасим его. Ужасно классно. Копыч проиграл, мы сейчас поедем. Его стричь, красить, что-нибудь придумаем, вы все увидите. И на следующий выпуск он будет такой же красивенький. Ребят, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мы разыгрываем клавиатуру. Нужно написать, какое погоняло мы придумываем Глебу. Соберем сколько? 900 лайков. Мы разыграем для вас клавиатуру самую оригинальную. Ну, пацаны там что-то едут, а мы поехали. Пойдем, Копычев. Мы же сейчас поедем на прическу. Блин, вообще, ну что это брод-то? Ну, я, блин, боюсь тебя по это. Почему? Под шваркой. Я просто маленький, но у меня еще заряжается этот, посмотри, побольше, который стрижет. Давай им попробуем. Блин, Дин, ты отвратительно. Стрижешь копочка как какой-то вот... Это ужасно. Давай так оставим. Бля. Это ужасно. Ой, занято, зачем я сбрил, я забыл. Бля. Нормально копоч живет. Не, у меня такой не скрипот, да и так, ты бы видел, как она по маслу идет. Я вижу. Да, посмотри. Лохотик, смотри. Мне нравится, кстати, Копыч. Вообще, ну-ка, подводку делай, Копыч. Это был первый и последний раз, когда я проигрываю. Я ощущаю, насколько это ублюдство. Давай смотрим. Почему блюз? Сзади! Есть проблема, да? Копыч, дай решать вопрос. Я боюсь. Вот есть проблема небольшая, я ее не решу. Если вам понравилось это видео, мы сыграем еще раз на стрижку. Ставьте лайки обязательно. Мы разыгрываем клавиатуру. Накидайте лайкосов 900. Подписывайтесь на канал обязательно. С вами были Хоки Бразерс. Пока!